По факту происшествия в акватории Белого моря с пассажирским теплоходом «Сапфир» возбуждено уголовное дело по статье 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни или здоровья потребителей». По данным следствия, теплоход «Сапфир», следующий по маршруту Соловки-Беломорск, сел на мель в 3 милях от города. Судно получило повреждения в техническом отсеке. На борту находилось 125 человек, 4 члена экипажа и 121 пассажир, в том числе 10 несовершеннолетних. Никто не пострадал, всех благополучно эвакуировала МЧС Карелии. На сайтах турфирм сообщается, что с 13 августа теплоход «Сапфир» рейсов не совершает, продажа билетов на него не ведется. Судно было построено в Гданьске в 1982 году и работало в Польше до 2004 года. Затем его продали в Россию. В течение 10 лет летом теплоход «Сапфир» доставлял туристов из Беломорска на Соловки и обратно.